Италия против ЕС. В ответ на заявление итальянского министра внутренних дел о высылке ромов в Еврокомиссии напомнили, что ни один гражданин ЕС не может быть выдворен из-за его этнического происхождения. Все детали знает Елена Абрамович. Выдворить ромов из страны новоназначенный министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обещал еще во время предвыборной кампании. Якобы они не работают, а только воруют. Говорил и о других мигрантах. Обещал депортировать 500 000 нелегалов. За работу взялся в первые дни вступления в должность. Сначала на прошлой неделе не пустил в порт корабли с африканскими беженцами. Теперь в интервью местному каналу заявил, организует перепись ромов. И нелегалов выдворит. Иностранцев без документов мы депортируем с помощью соглашений с другими странами. Но вот ромов с итальянским гражданством придется оставить. В Италии по подсчетам правозащитников от 130 до 170 тысяч ромов. Половина из них имеет гражданство. Многие живут в трущобах и лагерях. Сальвини считает, что также нужны изменения в законодательство, чтобы забирать из семей детей, которые не учатся в школе. В Брюсселе такие планы комментируют неохотно. После расспросов журналистов в Еврокомиссии просто напомнили о принципах свободы передвижения в ЕС. Ни один гражданин ЕС не может быть выдворен из государства-члена на основании его этнического происхождения. 4 года назад Италия уже подвергалась жесткой критике Брюсселя из-за изоляции ромов в лагерях. Впрочем, похоже, новые власти не настроены останавливаться. Нелегалам пора паковать вещи, заявил Сальвини. Да и Брюсселю пока нечем ответить. 2 года работы нового принципа распределения мигрантов не особо помогли разгрузить южные страны. Ведь восточное государство упорно отказывается принимать беженцев. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер».